Замена блока поршневого. Заклинил блок поршневого, поставили шатун. Все поршня там остались. Вот коленвал разломало, перегрело. Перегрелся и оторвало все. Шатун, коленвал, поршня. Все осталось там. Надо полностью менять голову, да? Да, заменил поршневой блок. Это уже все. Это C200 LB40. Компрессор Ремеза. АРК в Беларусь. Поршневой блок LB40. Новенький. Масла нет, он сухой. C200 LB40. Ну-ка покажи. Угу. Там. Масла нет, он сухой идет. Да, с завода идет, не крути без масла. Угу. Масло надо заметить обязательно. Потом фильтра ставится сюда. Снимается заглушка. Это весело.